Перед вами, дамы и господа, знаменитая русалочка, такая, как ее описал великий Ганс Христиан Андерсен в сказке о любви. Да-с, дамы и господа, в добрые старые времена, когда жил Ганс Христиан, существовала еще любовь. Эти глупые люди думают, что любовь есть, а русалок нет. Ха-ха. Но мы-то с вами знаем, что все наоборот. Любви нет, а русалки есть. Ха-ха. Они живут на дне моря в хрустальном дворце. А когда им исполняется 15 лет, им разрешают подняться наверх и повидать землю. И только вот этой самой русалочке стукнуло, как говорится, 15. Это.
быть красивы, не должны умирать кровы, не должны, не должны, не должны умирать. Уважаемые дамы и господа, это была любовь. Любовь с первого взгляда. Любовь безнадежная и прекрасная. Хотя сама русалочка, разумеется, даже и не знала этого слова. Любовь. И вот тут, дети мои, эта зеленая русалочка и задумала нечто такое. Что же видела ты? Ничего. Ничего. А земные цветы на морском берегу? А небесные птицы, а горы в снегу? Ничего я не видела, только его. А не встретила ли ты быстроногих коней? Только сядь и умчат далеко-далеко. А не видела ли ты разноцветных огней? Ничего я не видела, только его. Влюбилась в человека и захотела стать как люди. Но что ж, это магия и волшебный напиток. И она получила вместо прекрасного рыбьего хвоста какие-то дурацкие подпорки.
которые у людей называются ноги. Но учти, ты никогда уже не сможешь вернуться на морское дно в свой хрустальный дворец. Пусть. А если твой принц возьмет себе в жены другую, то на заре твое сердце разорвется на части, и ты превратишься в морскую пену. Пусть. А за свой волшебный напиток я возьму самое лучшее, что у тебя есть. У тебя очень красивый голос. Вот его я и возьму. Пусть. Мчатся ножки по земной дорожке и туда, и сюда. Хочешь? Да. Только будут ноженьки, словно резать ножики. Каждый шаг бой, и не вскрикнуть. Вот беда. Хочешь? Да. Дальше, уважаемые дамы и господа, начинается самое прекрасное. Русалочка встретила своего принца. Кто ты, девушка? Кто? Ты похожа на ту, что спасла мою жизнь. Я как будто сквозь сон вспоминаю лицо и улыбку. И особенно песню, волшебную. Песню, которую пела она. Впрочем, может быть, ты не она? Ты молчишь? Ты немая. Но нет, все равно ты прекрасна. Если б только ты знал, что я отдала голос за то, чтобы видеть тебя, слышать тебя, быть с тобою, мой принц. Пишет отец. Почему-то я должен поехать в соседнее царство и представиться там королю и принцессе.
Что ж, представиться можно. Ведь мне все равно только ты, мое чудо, нужна. Ты одна. Что за буря была? Все погибли. Лишь я не погиб. До сих пор не пойму, как сумел я спастись. Теперь это ты! Там, на диком морском берегу, ты спасла мою жизнь. Ты нашла меня, помнишь? А теперь мы с тобой отыскали ее. Ты, я думаю, рада, не правда ли? Твой принц возьмет себе в жены другую, то на заре твое сердце разорвется на части, и ты превратишься в морскую пену. Она мне как сестра. Она прелестнейшее создание, хотя и не моя. Скажи, дорогая, а что это за песню ты пела в то утро, когда ты меня спасла? Разве я пела? Я не помню. Сестрица! Сестрица! Слушай, сестрица! Мы все знаем! И мы отдали госпоже ведьме все, что у нас было. Все наши украшения и короны. Мы отдали ей наш янтарный дворец. И наши дивные косы. Все, все отдали мы, чтобы только избавить тебя от смерти. Вот это по
посылает тебе госпожа ведьма. Осторожно! Здесь спрятана буря. Прежде чем поднимется солнце, ты должна открыть этот сосуд. И вырвется буря. И потопит корабль, принца и принцессу. Только такой ценой ты можешь опять стать русалкой. Но спеши! Спеши! Или они должны погибнуть, или ты. Другого выхода нет! Спеши, спеши, сестрица! Скоро поднимется солнце, и ты превратишься в морскую пену! Спеши! Значит, все-таки ты вспомнила ту песню. Так вот эта история, дети мои, и кончается. Русалка хотела стать как люди. Ну и одним словом, как говорится, каждый бычок знай свой крючок. Это очень печальная, уважаемые дамы и господа, история. Очень печальная и очень прекрасная. Это история о любви, которая не знает преград, о мужестве и доброте. О мужестве и доброте.